Алло, всем привет всем и добро пожаловать на наш канал. Пришла проверить дачку, цветочки полить, немножко прогуляться. У нас сегодня такая погода замечательная. Вчера было, сегодня у нас до 20 градусов, прям вообще хорошая погода. Солнышко вот только садится у нас в 5 часов вечера. Вон, кое-что вчера тоже муж делал. Порядок наводил, вот уже привез землю, а вот это мусор, это мы тут убирали листья, 2 мешка, вот землю привез, потом вот эти вот, я говорила, плиты, да, вот эти вот плиты хочет поднимать, вот тут вот все ровно делать, потому что ну, времени не было, да и пока погода стоит, вот. Потом что еще? Вот тут тоже надо ровно уже делать. Я вам как-то говорила вот в начале, когда мы только эту дачу взяли. Потом что еще? Вот тут вот плиты. Вон там вот эти плитки стоят, да? И вот тут вот тоже он будет полностью широкую дорожку делать. Тут, если вы видите щель, да? И вот тут тоже будет на уровне вот с этими делать. Сегодня тоже с утра после работы заехала. Быстро листья убрала, но это сейчас бесполезно, но все равно я люблю, чтобы сразу, например, упали листики, да, ну пускай даже будут за выходные или там за неделю упали листья, в воскресенье там или субботу приехал, быстро убираешься. Но у нас в воскресенье ничего вообще тут нельзя делать, не стучать, ничего, как бы, ну все равно у нас как бы соседи тут хорошие, они тоже приезжают сюда как отдыхать, убраться, ну в основном отдыхать. Посмотрите на мою розочку. Я ее садила в феврале, вот эти 3 розы. Белая роза, красная роза, розовая роза. Вот. Потом, что мы еще хотим делать? Ну, мы еще будем думать. Ну, я так думаю. Смотрите, у нас тут столько места для цветов. Мы хотим. Потому что эти цветы уже все равно, как морозы пойдут, их уже выкидывать надо будет. Они как раз отцветут. Вот эту вот половину мы будем закрывать, ну вот просто вот эти делать плиты будем здесь. Вот так. Гладиолусы уже я посадила. У меня были вот эти вот луковички. Те отцвели. Посмотрите, какая у нас файга. Не представляете, какая она вкусная. Не как в магазине. Она вот с моей руки. Это вообще, это что-то. Действительно вкусно. Вот если есть у вас дачи, садите файгу. Очень вкусно. У нас она почему-то вот как бы... Мы не можем ее собрать. Мы приходим прямо тут ее едим. Она очень вкусная. Она даже, например, чуть-чуть, она уже как синеватая такая. Мы ее срываем, она мягкая, она готовая. Посмотрите, какая большая висит. Это дерево было полностью усыпано. Но мы уже больше половины ее как бы скушали. Очень вкусная, очень. Меня соседка говорит, это может быть у вас, говорит, Лена, говорит, такой сорт. Я говорю, да не может быть, они же все одинаковые. Она говорит, да у вас вообще, она какая-то большая. У них вот, например, вот такая вот маленькая. А это вот прям вот действительно сильно большая. Наверху там вообще. Потом что еще, морковку сегодня вытащила уже. Там она была, это мелкая такая. Где крупная, но я ее вытащила все равно, потому что нас не будет на выходные, и вроде бы на той неделе уже обещают дожди, и я ее поздно посадила, просто чтобы как бы не пустовала, посеяла семена. Как спокойно, птички кричат. Я вон смотрю, вон то вон дерево у соседей, яблоки красные-красные, прям бордово-красные. Тут вот соседи, они у нас уже как бы в годах. Посмотрите, у них клубника. Вон какая клубника большая. Капуста еще. Мята. Все есть. Он мне в этом году много чего надавал. Но потом говорит, не сади ничего, говорит, я тебе буду давать. Столько много. Просто так садит. Я говорю, зачем столько садите, если вам же не надо? Просто так. Ну, просто так люди садят. Они уже привыкли, говорят, сажать столько.
Вот тут вот они никогда не убирают вот это вот сухие ветки, да, от дачи. Они просто закрывают ими грядки. Вот эти у них, я вижу эти ящики. Но он говорит, мы то туда кидаем, то просто закрываем эти грядки. Зато у нас тут чистота. Он говорит, у вас тут как на курорте. Пальмочка уже тоже надо отрезать, я не заметила. Отрежу уже, она уже все, потому что она каждые 3-4 месяца надо как бы отрезать где желтенько. Смотрите, какая красота. Какие красивые. Травку постригли, муж прочесал вчера, потому что сегодня воскресенье, 10-е. Как у нас цветочек тут расцвел. Воду надо, нет? Наверное, налью сейчас воды суховатой, хотя каждый день поливаю. Ну вот, тишина такая, хорошо на улице. У нас вообще тут в Германии молодежь что-то стала очень интересоваться дачами. Очень много молодых стало. Очень. Раньше вроде бы как бы люди вот, ну, с детьми, с семьями среднего возраста. А сейчас очень много молодых. Прям ищут, они прям подходят, спрашивают, а есть свободно, там кто продает, например. Очень много молодых. Очень много русскоязычных спрашивают. Так, вот крышу скоро начнем делать. Все потихоньку. Сейчас самое главное, мы будем отдыхать. На те выходные в Голландию поедем. Поедем с мужем, поснимаю вам. Хотим просто отдохнуть. Ну, потихоньку потом уже сюда доберемся. Здесь будем убирать. Потихоньку. Мы делаем себе работу. Это я говорила, или тут вот будем закрывать, или на что-нибудь другое муж сделает. Покажу вам мою морковку. Кое-какую домой уже отвезла. И здесь пару штук вот оставила. Вот она. Большую, конечно, домой отвезла. Здесь мелочь осталась. Сегодня, думаю, после работы приеду, здесь отдохну, полежу. Нет, постоянно что-то делаешь. Это тоже надо воду поменять, уже убрать. У нас, когда позавчера дожди были, тоже все водой набралось. Потом тот цветок уже надо выкинуть, этот занести, пощипать его там, где травка. Потому что вдруг будет вот такая вот резко, знаете, похолодание, чтобы хотя бы не замерзло. Ну, в Германии не так сильно холодно. Тут нету прям. Тут если мороз, то да, минус 10 бывает. Но это редко очень. Ну вот. Вот так вот. Показала я вам вечернюю проверку на даче. Там прямо, вот прямо-прямо, вот, потом я вам покажу, как-нибудь так пройдусь. Вон там вон такая перегородка сверху. Там у нас будут строить большой медицинский этот комплекс. Там все-все доктора будут. Именно здесь. У нас эти дачи находятся почти на краю, да? Ну, как, от нас можно пешком 10 минут пройти. Они, получается, здесь на краю, да? А там уже идет как скоростная дорога, автобан. И тут у нас вдоль, до туда, до того края,
и вдоль до того края, это у нас идут дачи. А тут все у нас находятся в фирме. Ну вот тут приватные дома, и там чуть дальше приватные дома, а остальное все фирмы. Фирмы и немецкие, и европейские, говорю, всякие разные фирмы. Вот так вот. Ну все, буду с вами прощаться. Всем пока. Большое спасибо за просмотры, за ваши подписки, что вы подписываетесь, что вас, вам, например, заинтересовало. Говорите мне, я вам буду говорить, рассказывать. Вот. Всего вам хорошего. Всем пока.